program is going to start soon. Programımız birazdan başlayacak. Fakat programa başlamadan önce geçmişten bugüne çekilen fotoğrafların olduğu küçük bir slide gösterimiz var. Onu izleyeceğiz. Now we are going to watch retrospective photographs of the Jazz Festival from the past till now, what's happened and who's passed, and then we start later. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 21 сентября, и, как вы знаете, в Алании каждый год в сентябре проходит фестиваль джаза прямо около Красной башни. В этом году это 14-й фестиваль, приезжают джазовые исполнители из разных стран, из Турции и также из-за границы. Фестиваль, как я уже сказала, проходит 14-й раз и продолжается 4 дня. Сегодня открытие, и я постараюсь вам показать самые интересные моменты этого фестиваля. Поэтому оставайтесь со мной, я думаю, что будет интересно. И, конечно же, приезжайте в Аланию, когда в Алании проходит этот фестиваль любителям музыки. Для любителей музыки я буду... Вот видите, фестиваль уже начался, открытие, и я пойду посмотрю, послушаю красивую музыку. На набережной установили вот такие вот аппараты, где можно купить воду, стоит всего лиру. Тамамал, бокалом. Сейчас Айхан попробует этот аппаратик. Бросаем одну лиру. Вода, не воды нет. Айхан, тебя обманули. У тебя украли одну. А, видите, как просто. Сюда бросаешь монетку и сюда нажимаешь, и вот оттуда вытекает, выпадает вода. Очень интересно гулять по набережной с музыкой, с джазовой музыкой на фоне. Продают вот здесь кукурузу, стоит 3,5 лиры. Ну и, конечно же, очень много народу. Есть вот такой вот автобус прогулочный по Алании, стоит он 7,5 лир. Длится экскурсия примерно час. Ну и народ
Народ гуляет, отдыхает. Очень красиво, конечно, вечером в Алании. Кто-то пьет чай, кто-то слушает музыку. Очень много народу. Что по обалдыми? В общем, очень красиво. Приезжайте, друзья. Жизнь идет своим чередом. Вечерами уже не так жарко, прохладненько. Что к сюжак да еды, Макс? Сан едек ми сан? Айхан проголодался, поэтому мы сейчас пойдем что-нибудь покушаем вкусного. Ну а на набережной, как я уже говорила, все то же самое. Народ гуляет, отдыхает. И на заднем фоне играет джазовая музыка. Еще можно покушать кукурузы, выпить свежевыжатого сока, а также вечером можно прокатиться на корабле. Кстати, мы еще ни разу не катались, но я думаю, что ночная Алания с моря выглядит очень эффектно и красиво. Можно приобрести вот такие всякие разные сувениры, и Айхан танцует. Ходи. Айхан любит танцевать. Ну и, как вы видите, много народу, все подсвечены красиво, и корабли выглядят вот так вот. Также здесь есть небольшая инсталляция 3D, где можно фотографироваться сверху. Айхан Геч. Айхан сейчас продемонстрирует. Залезайте вот на такую вот лесенку и сверху заходите на мостик. И такое ощущение, как будто ты находишься над пропастью. Здесь есть также детский паровозик, на котором могут детки прокатиться. Очередные пассажиры ждут тур. И есть еще виртуальная реальность, когда на вас надевают очки и такое ощущение, что вы летите над пропастью. Буне? И холодный миндаль. Это что-то новенькое. А вот это вот сейчас как раз будет аттракцион виртуальной реальности. Посмотрим, как народ на это реагирует. Стоит этот аттракцион, по-моему, 10 лир. 10 лир стоит. А давно я пёрла. Вердра, води. Еще можно покушать кукурузы, выпить свежевыжатого сока, а также вечером можно прокатиться на корабле. Кстати, мы еще ни разу не катались, но я думаю, что ночная Алания с моря выглядит очень эффектно и красиво. Можно приобрести вот такие всякие разные сувениры, и Айхан танцует. Ходи. Айхан любит танцевать. Ну и, как вы видите, много народу, все подсвечены красиво, и корабли выглядят вот так вот.
kenar koydular yarım 5 saate görelim buyurun. Также здесь есть небольшая инсталляция 3D, где можно фотографироваться сверху. Айхан Геч. Айхан сейчас продемонстрирует. Залезайте вот на такую вот лесенку и сверху заходите на мостик. И такое ощущение, как будто ты находишься над пропастью. Здесь есть также детский паровозик, на котором могут детки прокатиться. Очередные пассажиры ждут тур. И есть еще виртуальная реальность, когда на вас надевают очки и такое ощущение, что вы летите над пропастью. Буне? И холодный миндаль. Это что-то новенькое. А вот это вот сейчас как раз будет аттракцион виртуальной реальности. Посмотрим, как народ на это реагирует. Стоит этот аттракцион, по-моему, 10 лир. 10 лир стоит. А давно я перво. Вердра, води. Води. Это полностью. В общем, вот так вот народ весело проводит время. Также на набережной есть вот такие вот апельсинчики, где можно купить сок. И здесь еще продают фирменные турецкие мочалки ручной работы. Их вы тоже можете приобрести. Здесь постоянно находится этот лоток. Вот так вот красиво выглядит набережная Алании с прогулочными кораблями. На фоне крепость. И также здесь, друзья, есть улица художников. Не улица, а место, где художники рисуют картины, продают портреты. Я думаю, что вы тоже можете. Портрет на кадар, ирми беш евро, 25 евро, 100 лир. Или 30 долларов. Кто хочет, может сюда прийти и нарисовать собственный портрет, шарж. Стермусом портрет? Айхан. Айхан ничего не. Чуть сам нарисовал. А, Венсанай. А, я же Айхан нарисовала портрет. Точно, точно, точно. Да. В общем, друзья, вот такие вот красивые портреты вы также можете. Да, семейные красивые. Можете увезти с собой, если приедете в Аланию. Ну а мы идем дальше. Сейчас покажу вам улицу, которая называется улица искусств. Ну, так называется символичное название, где продаются различные сувениры, поделки ручной работы, бижутерия и так далее. Вот прям написано. Handmade. Эль Санатлары Сокау, Алания, Белидия. Видите, здесь очень много народу. Прямо здесь делают. И здесь же мераба. И здесь же продают. Очень интересно, конечно, бывать на этой улочке, потому что
продают здесь много интересных товаров, но самое интересное, что тут же их и делают. Вот такие вот красивые украшения. Я, кстати, себе такие покупала, и они достаточно носки и очень-очень красивые. Есть различные детские товары совсем. Вот такие вот пинетки для маленьких, шарфы, шапочки, носки. Очень много вязаных товаров. Ну и, конечно же, много бижутерии. Естественно, ручной работы. Все это делают сами вручную. И цены здесь, кстати, тоже невысокие. Здесь цены, кстати, тоже невысокие, поэтому обязательно приходите сюда, когда будете в Алании, можете купить себе что-то интересного, оригинального и красивого ручной работы. Так, Айхан увидел уже каких-то знакомых. Мерава. Исте шекилер. Не вар сизде? Mesela gazeteci bunlar. Bunlar çok güzel. 5 lira. Bileklikler 5 lira. Вот такие вот красивые браслеты всего 5 лир. Mesela bunlar ne kadar? Bunlar 20 lira. 20 lira. Fiyatları uygun. Sezon bitti. El yapımlarım, bak kendim yapıyorum. Очень-очень дешево. Вот это украшение, например, стоит всего 20 лир. Türkçe biliyor musun? Evet, evet. Belediye bizi denetliyor, el işi koymazsak. Yani almak, satmak yasak. Ama bir iki tane koyuyoruz böyle yabancılar için. Normalde hep el işi. Evet. Все это ручная работа. Айхан. Ой, хемен сигары. Тут? Хемен сигары, бенде. Hadi bakalım, bana bu nasıl? Bakalım. Olacak mı? Оо, красиво. Очень красивая. Не? Очень красиво, çok güzel. Sadece 20 lira. Evet. Оо, ayna da bak, gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Sadece... Elbiseyle falan çok güzel olacak o. Evet. Всего 20 лир, смотрите, такая красота. Сейчас я попробую ее сама снять. Есть еще вот такие вот варианты. А, есть натуральный. Натуральный жемчуг. Не кадаш? 30 лир, друзья, видите, натуральный жемчуг. И закрывается вот таким вот образом. Очень-очень красиво. Башканы настоящие камни. Тоже очень-очень красиво. Видите, вот в таком вот турецком стиле. Османлы еще дима. Османлы. Очень Оттама. Красиво, да. В османском стиле. И очень легкая. О, очень чок взять. Вот это вот, например, стоит всего 50 лир. Представляете, ручная работа. Друзья, кто захочет приобрести какие-то изделия, мы оставим телефон под этим видео. И вы сможете приобрести что-то. Sizin online butik bir şey var mı? Yok. Neden? Nasıl? Bunlar kolay sitemiz. İnternette Instagram falan. Facebook'ta evet. İyiymiş. Kendim yapıyorum. İz bisera. Видите, вот из такого бисера. Dur bir tepki üründen göstereyim. Onlar çok güzel. Тоже очень красиво. Doğru çekiyorum, değil mi? Yavaş. Doğru çekiyorsun. В общем, друзья, мы зашли. Вот есть такие еще. Но это не ручная работа, разрешают для
туристов вот такие вот изделия продавать. Анастасия, bunu göster. Bunlar şimdi Türkiye'de çok moda. El işi tamamen. Продавщица говорит, что вот это сейчас очень модно. Очень модно и красиво. Ага. И все это ручная работа, представляете? Нека, да? Надо 50 лира. Вот эти вот тоже стоят, стоят 50 лир. Неленькие вон надо. Очень красиво. Есть вот такие вот различные цвета. Видите, как будто цветок. О, вар, янында вар. Но? Бак, янындаки да вар. Очень-очень красиво. В общем, друзья, если хотите что-то приобрести, обязательно приходите. Цены очень низкие. Я думаю, что вам понравится. А мы пошли гулять дальше. Мы пришли, как всегда, в наш любимый ресторан. И на закуску нам дают вот такой вот... Ого! Чоксиджак! Хлеб очень горячий. Вот такие вот соусы. Ну, все, наверное, кто был в Турции, знают. И, конечно же, салат. Я заказала пиде, Айхан заказал его любимый искендер-кебаб. Как принесут, мы все попробуем и вам расскажем. Хлеб, соусы и салат бесплатно. Хлеб, соусы и салат всегда бесплатно. Не всегда. Herzaman ücretsiz dedim. Yemek ama bazen ama bazen ücretsiz değil. Hayır, yemek yerken bunlar ücretsiz ama sen ekstra salata istiyorsun. Alabilirsin menüdeki herhangi bir salata. Ну, в общем, в этом ресторане всегда бесплатно, но и во многих тоже. Ücretsiz. Стандартно бесплатно. Друзья, нам принесли вот такую вкуснятину. Пиде стоит 11 лир за порцию, салатик. И у Айхана, Айхан Ценейерсон. Донер. Донер. Айхану принесли мясной донер, стоит 17 лир. Просили нас называть всегда цены. Вкусно? Вкусно? Так что мы сейчас будем кушать. А вам, если вы кушаете, приятного аппетита. И не перестану повторять, добро пожаловать в Аланию. Погода сейчас очень хорошая, не жарко, просто невероятно, очень приятно сидеть на улице и кушать вкуснейшие турецкие блюда. А еще я нашла вот такой вот сувенирный магазин, где есть лукум и очень-очень много ламп, которые вы можете привезти в подарок из Турции. Ой, прям очень красивые лампы и куча-куча разных сувениров. Мы уже вкусно покушали. Сейчас пойдем кушать мороженое. И, как вы знаете, друзья, Алания – это один большой сплошной рынок, точнее, центр Алании, где вы можете приобрести различные товары, сумки, обувь, в общем, все, что угодно. Поэтому после вкусного ужина я мекле рансонра али швейши чикабилирсинс. Değil mi? Onlar çıkabilir. После ужина можете идти на шопинг. Айхан сказал, что он не пойдет на шопинг. Вот. Ну а мы сейчас идем за мороженым. Покупаем мы мороженое всегда в Бургер Кинге за лиру 25. Вот такое вот это интересное кафе. Элвис, бак, Элвис, бак. В общем, мы идем кушать мороженое, покупаем мы всегда в Бургер Кинге за лиру 25 курушки. Ну, а вам, друзья, желаем приятного вечера или дня. Не знаю, когда вы смотрите эти видео. Приезжайте в Аланию. Здесь вкусно, красиво и интересно. Ну, а мы с вами прощаемся. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.